Патрульная служба милиции в городе Ош начнет свою работу 1 декабря. Новая структура обеспечит безопасность дорожного движения города и будет работать над регулированием пробок. В настоящее время 129 будущих патрульных милиционеров, прошедших первый тур конкурса, обучаются в учебном центре МВД Южной столицы. По оставшимся 90 штатным местам ведется прием документов. Мы объявили дополнительный конкурс на 90 оставшихся вакантных мест. Принимаются документы с 17 сентября до 17 октября. Затем они будут сдавать тест на проверку знаний и навыков, а затем будут сдавать физические нормативы. Последним этапом будет собеседование и решение комиссии. И тогда уже прошедшие все этапы конкурса пройдут трехмесячное обучение на базе МВД. Сейчас как раз таки те кандидаты, которые прошли все этапы, обучаются. Они начнут свою работу 1 декабря. Эта же служба введена в полном объеме в городе Бишкек. Менее чем за один год деятельность патрульной службы дала положительный результат. За короткое время в столице значительно сократилось количество преступлений и катастроф. Данная служба преследует цель вернуть доверие граждан к милиции. В настоящее время по городу Бишкек более 600 сотрудников милиции работают в две смены. Как вам известно, управление патрульной службы милиции, УПСМ по городу Бишкек, было создано в конце прошлого года. Сейчас мы уже пожинаем результаты этого. На данном этапе УПСМ работает 689 человек, и около 120 учатся в академии. То есть это следующий этап, который был недавно набран. Выпуск предполагается в ноябре этого года. Конечно, этим выпуском комплект полностью не будет, потому что еще остается около 50 вакантных мест. Самое главное, патрульная милиция направлена именно на помощь гражданам. Посему здесь рады представителям гражданского сектора. К слову, патрульная служба в столице была создана на базе объединения двух городских служб – ОБДД и ППС. Функциональные обязанности новой службы включили в себя как контроль над дорожной безопасностью, так и над сферой общественной безопасности. В частности, эти обязательства и выполняет Канимет Мари Сулу с начала формирования новой милиции. Наша служба делится на дневную и ночную. Работу начинаем в 7:30 утра и заканчиваем в 8 вечера. В течение рабочего дня к нам поступают разные вызовы. Мы отправляемся по названному адресу и стараемся решить вопросы. Работа в целом сложная, но увлекательная. Мне нравится. В сутки по городу Бишкек на короткий номер 102 поступает до 220 обращений. На каждый вызов сотрудники патрульной службы выезжают в течение 3-5 минут. Уважаемый водитель, убираем автомашину с проезжей части. Водитель Toyota с номером 868, убираем автомашину с проезжей части. Патрульная милиция, которая за короткий срок показала хорошие результаты в Бишкеке, скоро начнет свою работу и в Аше. Позже ее планируется внедрить во всех регионах страны. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.